Давай поздороваемся. Давай. Ребята, всем привет. Привет. С вами Ермоленко Игорь и... Мы будем сегодня скримерить, что? Как зовут тебя, Леонид? Леонид Борисович. Леонид Борисович. И вот наш эксперимент. Мы сейчас будем делать обзор, да, Леонид? Да. Обзор вот этого сухпайка. Да. Вы видите, индивидуальный рацион питания ИРП. Это подарок моего работодателя в честь 23 февраля. Да. Ножницы. Есть у нас ножницы, правильно, Леня? И мы будем мясо. Мы сейчас будем это дело распаковывать. Обозревал хоть раз такое? Я тоже. У нас тут, видите, специально... Даже нам ножницы не понадобятся, Лёнь, скорее всего. Вот. Смотри, а что я снимаю? Я снимаю непонятно что. Съемка есть? Есть. Смотрите, вот здесь есть специальные насечки, видишь? Видно вам, ребята, не видно? Специальные насечки, и мы просто разрываем. И что там? Аккуратненько. Видишь, отрываем. Есть. И здесь должен быть замок. Да, видите, здесь есть замок. И это что, коробка? Коробка! А ну-ка, Леонид, давай, вытаскивай. Вот, отлично. Есть, коробка вытащилась. Как она открывается, Лень? Не знаю. А ну, поверти ее, покрути. Вот здесь! Ой-ой-ой, стоп. Она сейчас развалится. Закрывай. Ой-ой-ой. Вот, молодец. А вот теперь, да, смотрите, что здесь. Обалдеть. Это, смотри, Леонид, это армейские галеты. Это такие, типа хлеба. Так, у нас есть спички противо... Водо- и ветроустойчивые. Да, водо- и ветроустойчивые спички. Вот, смотри. Так, это что у нас? Салфетка дезинфицирующая Салды, салфетка дезинфицирующая есть. Это что, Лень? Сой. Это Любава, сухой ягодный тонизирующий напиток Юпи, наверное. Так, это что, Леонид? Не знаю. Это соль, поваренная пищевая высший сорт. Есть. На кухне будете потом это все разогревать? Там не знаю, посмотрим. Есть, да? Ну, сухой спирт должен быть. Говядина тушеная высший сорт. Так, Леонид, что это такое? Ласка, ням-ням. И соль. Палочка фруктовая, сухпайок. Так, три ложки у нас есть, да? Да. Отлично, съемка идет, идет. Ой, да что, давай по очереди, Леня, давай по очереди, что это у нас? Каша рисовая с говядиной есть. Есть у нас рагу овощное с мясом говядины. На. Это что такое, Лень? Подожди. Не знаю. Вот это у нас кофе растворимый, гранулированный. Это галеты, три пачки. Тут что у нас было? Сахар белый, свекловичный, кристаллический. И это что такое, Лень? Подожди-ка. Это сыр плавленый, 80 грамм. Это что? Паштет печеночный со сливочным маслом. Это что? Икра из баклажанов, представляете? Любава. Сахар белый, салфетки. Это что такое? Сахар белый, свекловичный. Это у нас, да, чай черный, в армию забирают, все. Чай черный, что здесь еще? Повидло яблочное. Да я хочу попробовать. А, подожди, Леонид, это у нас сухой спирт. Это что, это салфетки? Это салфетки. Есть какие-то дезинфицирующие средства Аквабриз. Каждая таблетка обеззараживает воду. Вот так. Юпи. Было Юпи здесь где-то, вот, Любава. Ну, мы их в армии сухими ели, так в рот засыпаешь, и сладкое, вкусненькое получается. Так, Леонид, что из этого мы будем пробовать? Это я тоже, надо насыпать. Надо, знаешь что, надо пойти на кухню, да, Леня? Да, тоже. Да, а то как-то здесь на кровати неудобно же будет есть. Это наша самая обалденная каша армейская. Нет, здесь вот здесь удобно есть, потому что здесь мягко. Не, Лень, на кровати же кушать нельзя. Кушать надо на столе. Так, ты готов? Так, скажи, откуда это? Это мой подарок. 21 февраля? Да. Банк нашим мужчинам, в том числе и мне, подарил сухпайки. Мужчина, он помнит молодость, да? Я единственный в своем управлении в оценке, кто служил. Вот. Ну что, пошли? Пошли. Так, Леонид, а нам же нужна еще инструкция, точно. Все, идем, Леонид, на кухню. Чего только нету, да? Так. Так. Мам, смотри, это насыпаешь вот, и там она... Это три ложки для завтрака, обеда и ужина. И вот,
сколько? Да, это все рассчитано на одного человека, что он съест это за сутки все. А едят обычно трое? Обычно втроем. Я тоже, кстати, на работе сказал, что нам выдавали сухпаёк на сутки на троих. Так же, Витёк? Так. Вот у нас тоже в армии так же было. Так, Леонид, спички и сухой спирт детям не игрушки, поэтому мы это дело убираем, чтобы ребенок не воспользовался этим. Анька, я стрельну яблоко. Знаешь, что нужно сделать? Ешь, что? Ешь, ешь, ешь. Давай попробуем этот. Повидло. Ты как на это смотришь? Ну, классно. С галетами. Давай попробуем. Это самая лучшая была еда. Моя любимая. Да. Тебе вот там я. А где наши ножницы, Леня? Там остались? Точно. Точно. Сбегаешь, принесешь ножницы? Давай. Чтобы лучше было в камеру слышно, мне нужно еще записать на 10 минут. Это же обзор. Включаешь молодое поколение. Да. К видеоблогерству. Леонид, ну где камера? Фу, Леонид, ну где ножницы? Вот. Несешь ножницы? Давай, аккуратненько. Стоп, только подожди. А где эта инструкция наша, Леня? Не знаю. Пошли за инструкцией сходим. Пойдем. Точно, побежали за инструкцией. Где она, где она? Вот она. Цепляй ее, пошли на кухню. Мы сейчас будем смотреть, как там правильно нужно кушать. Не сорит, да, так и написано прям. Ты уже видишь, читать умеешь. Давай, инструкцию. Итак, у нас есть галеты, да? Это называются галеты из муки пшеничной первого сорта. Давай их употреблять. Давай, а я буду вот это. А это повидло. Мы сейчас будем на галеты намазывать повидло, правильно? Ой, да. Открываем галеты. Так, а на одну тебе. Пока не кусай. Стой. Надо же намазать на этот. Не, я не хочу. А повидло? Нет. Не хочешь? Тогда я сейчас буду дегустировать. Маленький кусочек отрезаем. Видно, не видно? О, вот так будет видно. Давай. Вот, видишь? Повидло вот так. И начинаем. Будешь? Ну и зря. Я буду. Я хотел просто посмотреть, что у Леньки на реакции на повидло. Не знаю, повидло обалденное. Яблочное, кстати. Вкусненько. Это юпи. Обожди. Это сухой ягодный тонизирующий. 300 грамм. Его нужно разбавить в 250 миллилитрах питьевой воды. На одного человека. В стаканчик. Так, что мы можем здесь еще съесть? Такое, чтобы по-быстренькому. Леонид. Не знаю я. Что ты хочешь съесть, кроме юпи? Это надо разбавлять. Давай стакан воды мне принесем. Сейчас, подожди. Ты хочешь попробовать любаву? Нужен стакан. 250 бокалов, что тебе? Нужен именно прозрачный стакан, чтобы было видно, что там происходит. Давай, наливай. Все, ты пошла? А проводить маму? Пошли провожать. Конечно, пошли провожать ее. Ну а как же? Всем пока. Девчонка знакомая. Ну, на работе работает у нас. В инстаграме имеет миллионник страницу, что ли, что-то такое она сказала. Ну, ходит на работе, чисто отмораживается. Угу. Каждые 3 дня ездит, то там, то в Грузии, то еще куда-нибудь. Ну. Развлекается. Я говорю, слушай, на какие ты деньги живешь-то? Леонид, а она стой. Говорит, что у нее реклама 20 тысяч стоит выложить. Ну, нормально. Я так подумала, думаю, вот, ты у кого нету мозгов, тот физически работает. Нет, а у кого хотите сказать? Нет, тоже. Есть мозги, тот приходит на работу подмораживаться ради стажа. Просто тупо ради стажа. Ну, рано или поздно просто этот доход может уйти, а стаж нужен всегда. Собака сейчас не надо плакать, даже у меня мужчина защитит. А ты будешь спой меня плакать? Ты сегодня последний день работаешь? Надеюсь. Ну все, давай. Пока, хорошего рабочего дня. Вечера точнее. Леонид, все, пошли. Мама. Плакать не будешь? Мама. Все, мама пошла на работу. Леонид, давай дегустировать. Давай. Давай. Так, у нас есть, смотри, вода. Сейчас будем... Конечно. Подожди, Лень, подожди. Не спеши. Смотрите. Почитаем, что нужно делать. Нужно перемешать в горячей либо холодной воде. Называется любава. Отрезаем кусочек и... Она розовая, смотрите. Настоящий инвайт. Просто добавь воды. Перемешай, Леня. Мешаем, мешаем. Пока вот это все не растворится. Ну как, получается? Получается. А я себе еще одну галету сделаю с повидлом. Так, это не мою карту. Ты не любишь повидло, да? Нет. Не любит. Давай еще помешаем. Что, невкусно? Почти вкусно. Но он же не растворил. Не ставить. Только я. Обожди. Не ставить. Давай. Только стакан не переверни. Все, готово. Готово. Так не так же пробовать надо. Ну как, вкусно? Пробуй.
Ну как? Классно? Сейчас я задегустирую. Вкуснотища-то какая. Дай тете Лене попробовать чуть-чуть. Тетя Лена, задегустируй. Вкус из детства, кстати. Практически. Обалденный. Итак, Леонид, что у нас тут еще есть интересненького? Вот это, да? Ты хотел попробовать? Палочка фруктовая. Что, раскрываем? Палочка фруктовая. Сухпайок РФ заряд. Здесь много-много витаминов, скорее всего. Правильно? Ну, я на это надеюсь. Упала. Так. Пробуй. Что это? Вкусно, нет? Кока-кола. Кока-кола? Сухофрукты. Не понравилось тебе? Попробуешь сухофрукты? А мне нравится. Правда, сухофрукты такие, знаете, пережаренные или пересушенные. Но вкусно. Батончик действительно питательный. Ценность на 100 грамм продукта 356 калорий. Так, Леонид, что мы будем еще дегустировать из сладенького? Давай посмотрим. Давай. У нас где-то здесь было повидло, по-моему, нет? Вот. Есть икра из баклажанов, ты такое есть не будешь стопудово. Это соль. Есть у нас сыр плавленый, ты такое тоже не любишь. Чем бы тебя сладеньким угостить, а? Это что такое? Ну-ка, Леонид. Паштет печеночный со сливочным маслом. Что будем пробовать? Леня, скажи мне. Ну что, Леонид? Дай мне печеньки. Печеньку? На, галету. Понравился тебе напиток? Вкусный? А как полностью набрать? Это чтобы есть кашу, понимаешь? Ну и вот, 18 минут уже есть. Смотрите, ребята, вот такой был краткий обзор сухпайка. Самое сладкое, самое вкусное мы уже съели. Здесь остались у нас самые такие основные продукты. Это каша гречневая, тушенка, рисовая каша, паштеты, галеты, икры баклажанные, сыры плавленые и все остальное. Думаю, вам был интересен наш обзор. Мы же с вами... Спасибо, Лень. На этом прощаемся. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился наш обзор. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Правильно, Леонид? Говори всем пока. Всем пока. Всем пока. Все просто.